Активисты «Новой трехгорки» открыли череду плановых встреч главы Одинцовского района Андрея Иванова с инициативными группами проблемных микрорайонов. На повестке более 30 вопросов. Это и благоустройство, и социальная инфраструктура, и безопасность. Самая острая тема – дорожная ситуация. Жители «Новой трехгорки» просят выделить площадки для отстоя общественного транспорта, а также установить патрули ГИБДД на разворотном кольце улицы Кутузовская. Я сам недавно там был, проезжал на автобусе. Там, где круговое движение, в два минимум ряда стояли машины. То, что на круговом движении припаркованы и газели, и, очевидно, коммерческий транспорт – это факт. То, что там, ну, где-то может быть недостаточный контроль с нашей стороны, мы критику восприняли, я так думаю, что наведем порядок всем круговым движением. Плотно застроенные новые трехгорки, жители борются за каждый квадратный метр полезной площади. Бесхозные автомобили около домов на улице Кутузовской и Чистяковой мешают проезду и создают опасную ситуацию. То, что там заставлено машинами, до безобразия заставлено, и все это снегом занесено, потому что нельзя почистить, с этим тоже надо что-то делать. Мы выезжали на это место, то есть проверяли, машину проверяли, все они стоят там, даже если без номеров, потому что некоторые снимают номера, потому что их была как-то практика, их снимали номера, и людей как бы заработали так деньги. Поэтому некоторые снимали свои госномера, те машины, которые долго не эксплуатировались, но мы их проверяли, ни одной умной машины мы там не нашли. Вы смотрите это только с позиции, есть или нет номера, в угоне машина, не в угоне, а я занимаюсь антитеррором в рамках комиссии. Давайте продумаем какой-то вариант, чтобы у нас была возможность защищать территорию. Еще одна проблема – отсутствие почты. Активисты микрорайона уже поднимали этот вопрос на предыдущих совещаниях. Помещение было найдено, но оно не устроило Почту России. В этот раз решено провести опрос среди всех жителей микрорайона, насколько им действительно необходимо почтовое отделение. Если большинство будет «за», то помещение будет найдено. Также для придомовых парковок в микрорайоне уже ведется межевание. Я дал такие поручения, чтобы в проект освоения леса мы включили стоянки лесопарковой зоны парка именно вдоль северной части нашей лесопарковой зоны, вдоль ТАК и вдоль 500-й линии. А вы замежуете на вот эти парковки, как мы и просили? У нас же было совещание как раз по вопросу межевания, мы просили замежевать вот эти стоянки. Вот по межеванию, как вы просите, так мы и делаем. Обеспокоены активисты и вырубкой в лесопарковой зоне. Заместитель руководителя администрации по земельно-имущественным отношениям Владимир Локтев объяснил, что это согласованные работы с компенсационной высадкой, которая запланирована на 2017 год. Это было госзадание от 30.12.2014 года, согласно которому должны вырубить 25 гектар земли почти. На сегодняшний момент вырублено только 16,5 гектар земли, то есть они вырубят еще 10 гектар земли, там будет, ну, чуть меньше. Представители инициативных групп предложили строительство народного гаража, озвучили ряд претензий к управляющим компаниям, а также обозначили проблему нехватки детских площадок в микрорайоне. В ближайшее время глава района Андрей Иванов еще раз побывает в Новой Трехгорке, и ряд решений по заявленным проблемам могут быть приняты уже на месте. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».